Сегодня у нас 27 марта. Котята играют дома. Погода плохая. Мама. Вот так у нас еще лежит снег. Кошечка шоколадная Гавана. Кошечка у нас сиамского окраса. И мальчик Гавана Тони. Такие у нас котятки ориентальные. Да? Нори. Нори. Нурка. Тони. Тони. А нашу малышку я еще никак не назвала. Что-то к ней никак ничего не прилипнет. Ну и мама, соответственно, здесь рядом греется. Как мы назовем тебя, малышка? Шоколадная малышка. Сегодня я расчесывала нашу пуделишку, и котята вот пришли ко мне. Все им любопытно. Играют с вкусняшкой, которая от пуделишки осталась. Пуделишка не съела, котята пришли. Нури. Что у нас, сальцо? А? Что это у нас, сальцо? Бандиты, а? Это есть бандиты какие-то? Тони? Тоник? Ну, такая у нас малышня. Весело. Мало нам собачек. Еще и теперь у нас стая кошечек. Это бандитка какая-то, а? Кошачья. Это какая-то кошачья бандитка. Котята абсолютно ручные, ласковые, уже ко всему приучены, хорошо знают лоток, когтеточку, доверяют ручкам. Я им свободно даю глистогоночку, витаминчики. Все они знают, все умеют, ко всему приучены.